Лучшие из лучших. Торжественная церемония подведения итогов и награждения участников 15-летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России состоялась в Вологде. Сборную областной столицы обладателей командного золота поприветствовал глава города Евгений Шулепов. Эмоции и впечатления участников спартакиады в материале Егора Канавина. В начале сентября Вологда на 3 дня превратилась в настоящую столицу спорта. На 15-летнюю спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России приехали 800 сильнейших спортсменов из 17 городов страны. 10 дисциплин, в которых было разыграно свыше 100 комплектов медалей, как в личных, так и в командных зачетах. Среди медалистов и мастер спорта по спортивной гимнастике вологжанка Анна Селякова. Я чувствую сейчас гордость, потому что это очень высокая награда. И за выступление я могла бы выступить и лучше, но выступила ровно и хорошо. Тренера меня похвалили. Готовиться начали мы с начала как раз с середины лета, чтобы подготовиться, потому что 1-3 сентября уже были соревнования. Вот, поэтому делали тренировочный сбор. И ребята готовились, старались. Это были первые старты в этом году. Вот, по итогам как бы ребята заняли первое место командное, девочки 3-е место командное и общекомандное 1-е место мы заняли, спортивная гимнастика. На высшую ступень пьедестала вологодские спортсмены поднялись еще в 3 дисциплинах – волейбол, баскетбол, шахматы. В нескольких заняли призовые места. Как итог – командное золото. Теперь к нему добавится еще одна важная награда – благодарственные письма главы города. Их получают лучшие спортсмены, тренеры и руководители спортивных учреждений. Почетные знаки вручает глава Вологды Евгений Шулепов. Сам мастер спорта по биатлону. Он активно поддерживает развитие не только профессионального, но и массового. Массового спорта, ведь именно с простых дворовых площадок и начинаются большие победы. Если мы вспомним, скажем, 2009 год, когда физической культурой занималось у нас 20 тысяч вологжан, то в этом году уже более 105 тысяч. Ну и, конечно же, вот очень тоже такой серьезный толчок, особенно для нашей молодежи, дал. А это то, что мы приняли в прошлом году, 5-летку здоровья, программу 5-летка здоровья. Во всех учреждениях сегодня, в детских садиках, в школах разработана специальная программа. И шаг за шагом мы двигаемся вперед в повышении спортивного мастерства и, конечно же, в повышении массовости. Один из шагов – это развитие спортивной инфраструктуры. За последние годы в каждом микрорайоне города построены новые современные спортивные комплексы и стадионы. Все новостройки сдаются с дворовыми спортивными площадками. А число спортивных событий достигает 250 в год. У нас сейчас появилась хорошая спортивная база. У нас есть стадионы, у нас есть спортивные залы. Мы приобрели хорошее современное оборудование для этих залов, на которых приятно проводить соревнования и участвовать спортсменам в этих мероприятиях. Спартакиада не стала исключением. Отличную организацию и прекрасную атмосферу отметили и сами спортсмены. Очень много было личных рекордов, очень много было эмоций, все были довольны и счастливы. Вся спартакиада прошла на очень высоком, великолепном уровне. Все судьи очень хорошо поработали, организаторы молодцы, все получилось очень здорово. Состязание Союза городов Центра и Северо-Запада России Вологда принимала уже в 4-й раз. И каждый раз вологодские спортсмены в числе призеров. Подтвердить свой уровень им предстоит и на следующей летней спартакиаде, которая пройдет в Архангельской области. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда-Портал.